Так, у меня любимая делает вот такие торты. Я их в жизни не то, что даже не видел таких. Не ел точно. Сейчас будем пробовать. Да что вообще за торт такой? Желейный торт с 3D цветами, с фруктами. Офигеть. Ну там... Фрукты, сливки. Да. Рисунок из сливок. Это рисунок сделано. Ну, вообще, конечно. Сейчас попробуем. Красиво, да, Лис? Тебе вот этот торт, да? Будешь такой есть, а? Будем есть. Это мама сделала, да? Классно, да? Гляньте, внутри малинка. Хорошо. Что там еще? Виноград, да? И что еще? Желтенькое это что? Паша, что ты вчера ела? А, манго. Офигеть. Что, будем пробовать сейчас, да? Да, мама, ты мой. Так, ну что, Алис, пробуем? Наш спокойный ребенок. Все такие. Молчание. Вкусненький. Я вам скажу. Не, правда, правда, вкусный такой, да. А это? Это кокос малины. Это кокос малина, да? Малина наша моровила. А кокос мы где сорвали? С Турции привезли. Класс. Класс? Вкусный. Блин, у нас какой-то натуральный. Какой-то натуральный, там все натуральное вообще-то. Кокос, малина, да. Сливки. Сливки, да? Блин, вообще класс. Это все сливки. У него нет, знаешь, как в магазинах какого-то химического такого привкуса. Блин, очень вкусно. Не, правда. Вот. Приезжайте, я вас угощу. Не забудь сказать, что есть стекло. Давайте, дегустируйте. Ой, да вообще. А то мне не поверят, что он вкусный, правда. Как говорят, у Зубцова вся клубника вкусная, какую не попробует. Да круто. Пока вы резали, я уже полтортика, знаете. Съела. Да. Вот он классный. Летний такой, да. Холодный, да? Классно. Такие под заказ, да, Кис? Делаем? Да. А сколько же такое будет стоить, если не секрет? Извините, но на день рождения пока делала. Еще попозже посчитаем калькуляцию. Ну как этот? Как? Этот тоже крутой. Вообще, это кокос, малина вообще бомба, да? Малина, тут вообще. Класс. Очень вкусно. Ну что, Гадзе, с днем рождения. Спасибо. Настя, спасибо, ты попробовала? Ну-ка, давай, да, быстро пробуй. Чай. Ягодку возьми. Для всего внимания на ребенка. Ага. Стесняли, бедная. Ну не кривится. Ну-ка. Не кривится. Главное, не кривится. Ну все.